я даже ради интереса запишу. Все знают то, что Мария Сергеева, мы просто пишем МС. Знаешь, что это уже как шифровывается? Мастер спорт. МС. МС. Нет, МС круче. МСМК. КМС. МС это мастер спорта. И это действительно правда, потому что это у нас мастер спорта по продажам. Мария Сергеева, расскажи им, сколько тебе лет? 17. Оборот сколько? 120-190. 121. Это где-то страховник. Сколько каталогов раздала? 183. 180. Часов работы? Без понятия, я очень много работала. Ну, я вообще не смогу. Сколько в день примерно? В день от 4 до 6. То есть в среднем 5? Да. Сколько и... дней было? Очень мало. Ну, сколько, давайте в неделю усредним 5. В среднем неделю по 5 часов, 25. 60 часов. За каталог. То есть это где-то... Что, по 20 часов в неделю работала? 800. Я думаю, меньше, но... Мне кажется, ты вообще выходила на 2 часа, собрала заказ на 30 тысяч и шла домой. Мне тоже так кажется, здесь я была. Мне платила по 5 часов. Ладно. Ты в курсе, что это уже соизменимо с составкой в секс-услугах? Это очень какая-то дешевая ставка, ну ладно. Нет, после этого не советую тебя спрашивать, да мило, где хорошая секс-услуга. Хорошая или бесплатная? Ладно, Маш, расскажи, как давно ты приходила? Год назад почти. Год назад. За сколько сделала первые свои 60 тысяч? Сколько там было? 50? Ровно за месяц. За месяц. Угу, хорошо. Что сейчас побудило тебя делать 120 тысяч? Я поняла, что если не сделать 120 тысяч сейчас, то я больше не вернусь в детский состав. Понятно. И как, тяжело было, не тяжело? Нет. Не тяжело? Теперь каждый каталог по 120 будешь делать? Нет. Немного. Последний день было самое сложное. Что было тяжело? Собрать себя в руки в последний день. Час ночи в субботу мне оставалось сделать 27 тысяч. Ты сделала за день 27 штук? Я сделала за день 18-788, у меня был запас еще, который я забыла пробить. Прикольно. Вот. Ну и вот пробили. Кому можешь сказать спасибо из здесь присутствующих за доброе слово в процессе? Всем. Кому вот особенно хочешь? Роме. Где Рома? Рома. Думаю, Рома. Подожди, Рома. Рома. Я думал спонсору. Как пример? Ты бросил Диму ради Ромы? О, боже мой! Мы с ним в последний час действия каталога вот так вот висели на трубке и решали, что делать с последними 5000, которые мы уже купили. И в последние 10 минут действия каталога мне еще заказали. А ты как клад не оцени просто. Рома меня поддерживает. Кто на рекладом сидел аккаунт? Кто там дел? Кто сделал аккаунт? Кто мне понравился? Почему? Было, кто сделал тебе аккаунт? Вот. Советов дай каких-нибудь. Вот 120 тысяч ты сделала. Ребята вот будут смотреть видео это. И вот, что бы ты им сказала для того, чтобы они также 120 сделали? Какие действия им надо делать? Я немного издалека зайду. Я же музыкальную школу закончила. У меня вышло так, что у меня был очень сильный преподаватель, который меня дрючил. Вот, и она, за счет нее у меня был огромный результат. У меня были первые места на конкурсах, я постоянно выступала. И я это перенесла на работу, мне казалось, что только благодаря спонсору я могу что-то сделать. То есть сама я, в принципе, особо ничего не могу. Ну и потом меня озарило, что пока я сама себя не соберу, я ничего не сделаю. И большого результата не будет. Поэтому, когда вы там до спонсора не можете дозвониться, или когда вы думаете, что... Не знаю, вам спонсор дал недостаточно советов, хотя на уровне результата, наверное, сложно понять. Вот, то просто берете себя в кулак и начинаете варить котелком. И все.